Привет всем. Хочу показать вам квартиру, которую мы сняли. Она небольшая, но она очень симпатичная и очень-очень дешевая. В самом центре Будапешта, около оперы, сразу за оперой. Я знаю этот район, я здесь жила. Смотрите, там есть кровать, столик. Она такая большая, вот это вот галерея называется. Вот такой интересный декор. Показано, что где находится, типа карта Будапешта. Очень высокие стены, что я люблю. У меня такая квартира была, только моя была раза в 4, наверное, больше. Скромненько, но очень все чистенько, так чистенько вылизано. Все прям очень хорошая квартира и очень-очень недорого. Какая-то очень дешевая она была. Так. Такая симпатичная. Все, что надо. Ой, какой. Я не видела даже его. Все, что надо, все есть. Наши сумки тут. Вот. Столик поднимается. Можно сделать себе столик. Мы сейчас идем туда-сюда. Еще не знаем. Ну, короче. Потом мы переезжаем в другую квартиру. Мы сняли еще одну. А потом уже едем по делам. Хочу показать, как выглядит эта куртка, которую я купила. Но она, вот она на камере не выглядит кожаной, но в натуре, ну в реале она выглядит как будто тоненькая лайка. Вообще никогда бы не сказала, что это не натуральная кожа. Вообще. Но здесь не видно, на камеру как-то совсем и цвет даже другой. Какой-то серый. Смотрите, какая клевая куртка. Это... Привет. Мы полосатые двое сегодня. Я не умею я через это, через зеркало себя снимать. Хочу показать, мы сейчас в Будапеште. Мы в All You Can Eat ресторане. Вот. Так, это моя еда. Там можно набирать себе еду. Там суп, сзади есть гриль. Вы берете сырое мясо, и они вам жарят. Смотрите, вот это мясо и... Капуста тушеная, всякие капуста, это печенка, это рыбка, это туруштеста, творожной, ну, макапаста с творогом. Ну, это, как голубцы, сейчас буду пробовать. А это малиновый суп с малины. Сейчас попробую. Очень вкусно. Я еще буду через 15 минут иметь свой, я гриль, мне грилят мясо, и я потом покажу. Я съела почти всю рыбу, не могла, потому что она очень твердая, какая-то непонятная. И взяла я еще гриленное мясо, ну, всякое разное, там с кюри, с всякими луком, чесночком, такое. Очень вкусное, сочненькое такое мясо. И взяла еще один суп, настолько он вкусный. Вкусно и очень недорого, где-то 5-6 долларов. Но здесь надо покупать напиток, потому что без напитка вам не дадут такую цену. Значит, 7 где-то 8 долларов за all you can eat. Очень вкусно. Такое место. Вот это кафе, оно называется Octagon Bistro Gastland. На октагоне он. Вот здесь октагон. И в ту сторону там вокзал, западный вокзал.